крышу повредила, допустим, когда начали в 2014 году здесь обстрел. Обстрел сильный был, понимаешь? Просто я не знаю, что, как мы выжили на этих обстрелах. Человек в беде. Нам страшно сильно помог с этой крышей. Угу. Большое им спасибо за то, что они нам такое сделали, такой, можно сказать, подарок. Отличный подарок нам сделали этой крышей.